Жилые дома, детский сад и, тем не менее, 9 прилетов. Подрядные организации только завершают работы, получают расписки от жителей. И вновь посеченный фасад, разбитые окна и другие последствия обстрелов ВСУ. Так уже третий раз. В этом доме на Губкина специалисты работают с марта. За 5 месяцев они восстановили уже порядка 300 квартир. В некоторых приходилось работать повторно. Поначалу, когда мы начали делать, люди требовали, просили больше, чем нужно. Но потом уже привыклись и к этому и начали с пониманием относиться. Благодарности больше увидели от них. С каждым жителем стараются найти компромисс по срокам восстановления, согласовывают и используемые материалы. А вот и очередная партия. Пора приступать к работе. Прилетело в детский садик, осколками досталось и моей квартире. Повыбивало все. Вот после этого ребята вот занимаются. Я доволен работой ребят. Молодцы. Окна здесь уже заменили. Теперь рабочие демонтируют обшивку балкона. После этого приступят к монтажу новой. А когда здесь работы завершат, пойдут в другую квартиру. Ведь помочь нужно каждому. Алина Корчагина, Антон Гребенников, Белгород Медиа.